Дорогие зрители, всех приветствую на канале Герчики.ко. С вами Виктория Осипчук. Тема данного видео будет про то, как увеличить прибыль в трейдинге. В первую очередь, видео будет полезно для тех, кто разгоняет свой депозит. Также будет полезно для тех, кто просто хочет зарабатывать больше. Да? У трейдера есть хороший депозит, он торгует, но ему мало, да, и он хочет увеличить объем сделок, увеличить, в принципе, объемы, да, чтобы зарабатывать больше. Давайте начнем с первого вообще. От чего все-таки нужно отталкиваться, да, чтобы зарабатывать больше? Ну, давайте скажем еще момент такой. Все-таки у всех свои цели в трейдинге, у кому-то важна свобода, да, а не то, сколько трейдер зарабатывает, да, в принципе, я имею в виду принципиально суммы. Кому-то именно принципиально зарабатывать много, да. Скажу про себя, я в трейдинг пришла особо не прям за какими-то заоблачными суммами. Я прежде всего пришла сюда в трейдинг за свободой. То есть это в первую очередь свобода, и только потом, да, я уже начала думать, там, как свою прибыль увеличить, как разгонять депозиты и так далее. Потому что это у меня не сразу все получалось, это все пришло в моменте. Но первое, за что я, сказать так, схватилась и не сдавалась, это все-таки свобода. Так вот, давайте вернемся к теме увеличения прибыли в трейдинге. Это первое, это ваше домашнее задание, ваш подход к торговле. Я знаю трейдеров, которые, в принципе, торгуют очень мало инструментов. Ну, вот принцип, да, такой, например, если торгуют Форекс, у них там две валютных пары, допустим, евро-доллар и фунт-доллар, все, по акциям там то же самое, там некоторые акции, там, не знаю, 5 акций там какой-то определенного сектора, там определенный портфель, крипторынок, ну, про крипторынок так не скажу, вообще про криптотрейдеров. В основном все криптотрейдеры, с которыми я знакома, которых я знаю, они торгуют все. То есть это такие вот прям любят спекулянты, любят побольше монет, побольше всего торговать. В отличие от трейдеров, которые торгуют на валютном рынке и на рынке акций. Все зависит от количества инструментов, которые вы берете. Если вы торгуете фунт-доллар, евро-доллар, допустим, там, ладно, пусть будет 4 валютных пары, вот принципиально вот вы их торгуете, да, на Форексе. Все, больше вы никакие кросс-пары, там, другие инструменты Форекса вы не рассматриваете. И при этом вы хотите зарабатывать больше. Смотрите, здесь зависит все от вашего депозита. Если у вас депозит достаточно внушительный, хороший, да, то вы, в принципе, на таком, не торопясь, скажем так, да, на таком промежутке времени вы можете спокойно зарабатывать с этих же 4 валютных пар. Но вы будете зарабатывать столько, сколько вам дает рынок. Это первый момент. Почему? Потому что, когда ограничено количество инструментов вы берете, это не очень хорошо для тех, кто хочет разогнать и зарабатывать больше. Потому что тот же фунт, тот же евро, там, та же иена, вот вообще бывают мажоры, вот скажу я, как десятилетний уже трейдер на Форексе, уже знаю, как, в принципе, вообще знаю мажоры наизусть, знаю, как кросс-пары ходят и все остальные инструменты Форекса. Скажу так, что бывают мажоры, стоят по 2, по 3 дня, они не дают взять какой-то, ну, нормальный потенциал прибыли. То есть я торгую и акции, и бывает и крипту, и Форекс, несколько рынок, я просто переключаюсь на какие-то другие инструменты Форекса и торгую их. Поэтому это минус для тех, кто хочет увеличить прибыль в трейдинге, либо разогнать счет, когда вы берете ограниченное количество инструментов. Например, мажоры стоят, например, да, вы перешли на кросс-пары. Кросс-пар достаточно много, да, в зависимости от брокера. Например, Герчиком достаточно вообще большой арсенал валютных пар, кросс-пар, экзотических пар. И здесь, конечно же, у Герчиком большой выбор, и здесь можно действительно переключаться. Даже если мажорные пары вообще, в принципе, все стоят. Это ваше преимущество. А в чем суть, да? То есть вы сегодня там не заработали на мажорах, вы зашли на кросс-пару, вы заработали. То есть это уже, во-первых, да, вернемся к домашнему заданию, о котором я говорила в самом начале. Все зависит от вашего количества инструментов, все зависит от того, как вы делаете домашнее задание. Если вы хотите увеличить прибыль, либо разогнать счет, тем более, если разогнать счет, я вам рекомендую максимально побольше проводить времени возле графика, максимально побольше по времени делать домашнее задание, анализировать. То есть брать, если вы торгуете Форекс, берите Форекс весь, все кросс-пары, все мажоры, там, нефть, золото, вообще смотрите все инструменты, которые есть в Форексе. Это вам преимущество.
Это просто происходит каждый день на практике, я торгую каждый день. Бывает такое, что форекс вообще весь стоит, кросс-пары ничего не дадут, не дают никакую цель взять. Даже вот на днях, буквально эта неделя очень новостная, процентные ставки, также уровень инфляции, достаточно вообще очень много всяких выступлений. И мажоры очень противно на самом деле себя ведут, кросс-пары туда же идут. И, например, все вот такое вот волатильное, динамичное, новостное и... Там серебро. О, зашли на серебро, можно цель взять. Все, серебро купили, все остальное там непонятно, как себя ведет. Или не знаю, вы торгуете, торгуете, оп, там биткоин. О, можно биткоин переключиться. Или там торгуете, торгуете, форекс вам ничего не дает, там перешли, например, там нефть дает. О, нефть сигнал пошел. Ну, то есть вот такие вот моменты, они вас спасают. Вы как бы держитесь на плаву, и вы как бы и время зря не теряете, и в минус, да, не уходите. Там, например, если в чем что значит минус? Вы же все равно будете лезть, да, если вы разгоняете счет или вы хотите по максимально быстрее зарабатывать побольше, вы начинаете лезть в те инструменты, которые вам не дают прибыль, в которые вы там влюбились, да, и вообще не рекомендую никогда влюбляться ни в какие инструменты, никогда, потому что все-таки это технические моменты, они всегда меняются. Не бывает идеально технического всегда инструмента, который вам постоянно дает прибыль. Ну, не бывает. Тот же евро-доллар, вот вы его любите, и он вам даст убыток. И он как-то противоречиво себя когда-то поведет в новостную динамику или в какую-то корреляцию, или техника сломает, все что угодно. Это живой рынок, это живые инструменты. Поэтому я вообще не рекомендую делать каких-то прям фаворитов. Я вот торгую все подряд. Все подряд. То есть, понятное дело, я уже выстроила там свою корреляцию между валютными парами, между кросс-парами и так далее. Но я всегда смотрю в общем картину, объективно, да, я не вычленяю там что-то одно, и вот я буду вот торговать все. Вот буду торговать доллар-иен. Вот сегодня я хочу торговать доллар-иен. А доллар-иена, она вообще, ну, ничего не дает. Абсолютно ничего. А вот австралиец иена вот что-то дает, да, вот какой-то сценарий рисует. Поэтому рекомендация вам. Увеличивайте количество инструментов, если вы торгуете форекс. Если вы торгуете акции, тем более, вообще я вынесу на первое место по потенциалу прибыли, где можно и зарабатывать больше, быстрее, да, разгонять счет. Это все-таки на первое место выходит рынок акций, на второе место выходит рынок Форекс, на третье место выходит крипторынок. Почему крипторынок выходит на третье место? На самом деле крипторынок, он очень такой, он липнет, то есть если какие-то монеты пошли, все остальные монеты идут за этими монетами. То есть такая связка очень сильная получается. В отличие от акций и в отличие от Форекс, потому что на Форексе мажоры себя ведут вообще по-другому, кросс-пары там вообще по-другому себя ведут. Там хотя бы есть выбор. На акциях тем более. Те акции, которые уходят за S&P 500, да, вы знаете, вы видите, что они там ничего не дают, а то пройди, например, да, нету никаких сигналов. И тут вы находите какие-то акции, которые не ходят за S&P 500, какие-нибудь сектора, просто какие-нибудь такие акции, которые вообще просто как отрешенные от всех, и вы их берете. Вот акции на первое место. Вот я рекомендую тем, кто хочет увеличить прибыль скорее, кто хочет разогнать бы быстрее депозит, торгуйте акции, форекс, только в последнюю очередь рассматривайте крипторынок. Это для тех, кто хочет прям вот по максимально, по-быстрому, да, разгонять и увеличивать, разгонять счета и увеличивать прибыль. Но я не говорю сейчас про трейдеров для тех, кто не торопится, у которых, в принципе, внушаемый депозит. Они просто торгуют, соблюдают риск-менеджмент, ради бога. Вы можете торговать те 4 инструмента на Форекс или те 5 акций. Если вам так хорошо, если вам прибыль там раз в неделю, два раза в неделю, у вас там есть определенная статистика, вы на нее все, вы уже понимаете, что все, вам статистика приносит прибыль, да. То есть, в принципе, здесь я не могу вас там заставлять или как-то направлять, переходить прям на побольше инструментов, да, переходить на такую более активную торговлю. Но для тех, кто хочет поскорее все-таки, там, я не знаю, из 1000 долларов сделать там поскорее 5 тысяч, 10 тысяч и далее, это ваше время. Все зависит от вас. Не ленитесь, делайте домашнее задание. Максимально штудируйте, анализируйте рынок. Пока вы анализируете рынок, у вас есть шанс где-то зайти. Пока вы там спите, да, какая-то кросс-пара. Вот весь форекс стоит, и какой-то еврофранк сегодня дал там 60 пунктов, 70 пунктов. Можно было 3-4 к одному взять. Вот вы спите, вы сделку проспали. Все зависит от вас. Вы должны это делать. Вы должны анализировать рынок утром, проанализировать, днем посмотрели, например, да, там, или вечером. Я, например, смотрю только утром. Бывает, в течение дня поглядываю. Но у меня есть домашка уже, да, я уже подготовила домашки работу. Акции тем более. По акциям, конечно, у вас больше времени будет
уходить, потому что акции – это самый большой рынок, тем более рынок американских акций, их вполне просто большое количество, огромное просто количество этих инструментов. Поэтому все зависит от вас. Если хотите, знаете, здесь работает сдельная система. Хотите больше зарабатывать, значит, тратьте больше часов на это дело. То есть тратьте больше часов на трейдинг, и, соответственно, трейдинг будет приносить вам прибыль. В принципе, все, что я хотела сказать в данном видео. Если видео было полезно, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчико, кто еще не подписан. И всем успешной торговли, успешного обучения. Торгуйте правильно. Даже если вы хотите где-то рискнуть, где-то превысить объем, поскорее что-то сделать, делайте это грамотно. Делайте грамотный анализ инструментов. Тщательно сидите и выбирайте. Да, опять же, не из головы, у вас должны быть уже определенные картинки, сценарий, которые вы должны видеть на графике. И ничего выдумывать не нужно, никуда лезть не нужно, там, туда, да, особенно где нету сделок и где, в принципе, рынок ничего не дает. Это самая главная проблема трейдеров. Поэтому расширяйте диапазон, расширяйте количество инструментов, и будет вам успех. Всем до встречи, всем пока.